На этот раз мы поменяли правила. Теперь мы узнаем, сколько кругов потребуется мини-байку, чтобы обогнать роллера. Кстати, за все заезды мы начисляем баллы и в конце видео подведем итоги. Перед гонкой роллер сказал, что загоняет этот аккумулятор до нуля. Посмотрим, оправдаются ли его ожидания. Пока что он показывает очень хорошую технику катания. Он едет на самых новых роликах в мире с колесами 110 мм и выглядит это очень стильно. У мини-байка запас хода в таком режиме до 25 км, а максимальная скорость 35 км в час. Неужели нам придется так долго на это смотреть? Сумеет ли роллер поддерживать настолько высокую скорость все это время? У роллера появилось второе дыхание. Ненадолго. Смог и жара делают свое дело. Три круга, таков результат заезда. Переходим к заезду по прямой с новыми правилами. Сейчас мы узнаем, на какой дистанции мини-байк сможет обогнать роллера. Это был очень длинный заезд. А теперь гонка на 100 метров без электродвигателя. Сейчас им нужно набрать максимальную скорость и затормозить, выигрывая тот, у кого отрезок выйдет меньше. В битве на конусах мы избавим вас от мучений магией монтажа. Просто поверьте, это было долго. И финальная гонка на практичность. Им необходимо забрать воду, проехать круг и вернуть ее обратно. Стал самый важный момент, подсчет баллов. За гонку по кругу роллер получил 0 очков, к сожалению. И я получил 20 очков. По прямой роллер получил 30 очков. Я получил 35, потому что я смог его обогнать. Без мотора роллер получил 50 очков. Я получил минус 4,5 очка. Гонка разгон плюс торможение. Роллер получает 30 очков. Я получаю 32 очка, потому что я остановился на несколько метров раньше. Конусы.
Я получаю 15 очков, роллер получает 120 очков, потому что роллер очень круто, он очень быстро проехал и очень сильно затормозил в конце. Вода. Роллер получает 300 очков, потому что он был очень хорош, очень быстро проехал, очень быстро взял, положил, принеси, подай, короче, не мешай. Я, к сожалению, получаю минус 150 очков, потому что я немного повредил воду, я уронил ее, я не доехал до финиша. А теперь самый важный критерий – общий стиль участников. Роллер получает 3000 очков, потому что он на самых модных и самых новых роликах на свете. Powerslide с системой Trinity. Powerslide Tau. Ну и понятное дело, я получаю 5000 очков, потому что. И в итоге сумма. Мы очень долго считали, мы использовали наш разум, мы использовали калькулятор на нескольких телефонах, потому что результаты не сходились. Роллер получает в итоге 3530 очков. Это достаточно высокий показатель. У него нет ни одного минуса, только один ноль. И я со всеми своими минусами и нулями получаю 4947 очков и 5 десятых. Это битва колес, а скроллер. Июль, Киев, 2016. Подписка, ставим лайки за ролики. И пока.